Количество пассажирских перевозок в летнее время возрастает в разы. По федеральным трассам через Волгоградскую область россияне едут отдыхать на море или отправляются в экскурсионные маршруты. Не обходится и без трагедий. Последнее крупное ДТП с участием автобуса произошло в регионе неделю назад. В связи с этим автоинспекторы усилили внимание за техническим состоянием транспорта, перевозящим людей, и безопасностью самих перевозок. Кадры рейда ГИБДД, который прошел сегодня на участке трассы Волгоград-Москва, в материале Екатерины Караваевой. Рейсовый автобус «Белые пруды» Волгоград ежедневно возит пассажиров из Даниловского района. Остановки на посту ГАИ для водителей – привычное дело. Однако на этот раз инспекторы не проводят плановую проверку документов. Полицейские остановили транспорт совсем с другой целью. Мы предупреждаем вот водителей и вас, пассажиров, чтобы вы были более внимательны, соблюдали правила безопасности перевозки пассажиров, пристегивали ремни безопасности. Всем пассажирам автобуса автоинспекторы раздали специальные буклеты, а водителю транспортного средства подарили диск. Это видео, зачем нужны ремни безопасности, он сможет показать всему салону. Однако многие пассажиры и так не сомневаются в необходимости пристегиваться в дороге. Очень важно. Почему? Ну, для безопасности. Как вы считаете, это может жизнь спасти? Конечно. Правила дорожной безопасности не имеют сезонного характера, но их соблюдение особую актуальность приобретает летом, когда начинается сезон отпусков и увеличивается количество перевозок. Несоблюдение требований при транспортировке пассажиров может привести к трагедии. Последняя произошла на территории нашей области 28 июня. Автобус, в котором находилось 18 человек, попал в аварию и перевернулся. Это случилось на федеральной автодороге Волгоград-Камень-Шахтинский в Калачевском районе. Автобус, который перевозил отдыхающих, совершил ДТП, в котором, к сожалению, одна женщина погибла, 4 получили ранения. Но не только личная ответственность водителей и пассажиров влияет на безопасность путешествий. Не менее важно и техническое состояние транспорта. Этот пассажирский автобус, по оценке инспекторов, отвечает всем требованиям безопасности. Колеса, шины, протекторы в нормальном состоянии, наличие аптечек 2, аптечки не просрочены, срок годности соблюдается, огнетушители тоже опломбированные, срок годности тоже соблюдается. Знак аварийной остановочки имеется. По словам инспекторов, самые частые нарушения – это отсутствие знаков аварийной остановки, а также хранение аптечек и огнетушителей с истекшим сроком годности. В таких случаях сотрудники ГАИ могут вынести предупреждение или выписать штраф. На сегодняшний день он составляет 100 рублей. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».